елімізде көптеген домбырашылар бар. Орындау шеберлігі жағынан және де техника жағынан болсын. Өзім мықты деп санайтын домбырашылардың бірі, ол Дарын Құдайбергенов деген біздің ағамыз бар. Дарын аға туралы айтып кетсем, оның күйді жеткізе білуі, орындау шеберлігі және техника жағынан айтатын болсам, өте керемет домбырашы деп санаймын. Біздің қала бойынша атап өтсек, Мұрат Хамитов деген кісі бар, филармонияның домбырашысы және де Рудный музыкалық колледжінің ұстазы, тәлімгері. Сол кісі туралы айтатын болсам, ең бірінші ол ойы ұшқыр ұстаз, және де екінші жағынан айта кететін болсақ, өте мықты шебер кәсіпқой домбырашы. Это Нурбисат Лендиев. Он повлиял на казахскую культуру, поскольку главной задачей своей карьеры он поставил продолжение и популяризация музыкального наследия Казахстана. Из Костанай наиболее известных музыкантов, я считаю, Нурзбая Мирхамзина. Это человек, который профессионально играет на музыкальном инструменте домбре. Его особенностью является то, что он умеет играть на домбре, который имеет две струны, различные песни разного уровня сложности. Он играет современные песни, он играет старые песни, он виртуозно владеет этим инструментом и продвигает культуру игры на домбре в массы. Қазақстан бойынша ең үздік домбырашылар Темірлан Олжабай мен Ернат Наурыз деп білемін. Себебі олар Golden Time Talent атты халықаралық фестивальда гран-при ұтып алған болатын. Гран-финалда олар «Времена года» атты туындыны өздерінің авторлық өзгертулерімен орындаған болатын. Қостанай облысындағы ең үздік домбырашы Назымбек Молдахметов деп білемін. Себебі Назымбек Молдахметов Қостанай қаласындағы Қазақ ұлттық оркестрінің негізін қалаушы, күйші, домбырашы, дирижер болып табылады. В связи с праздником Днем Домбры все больше казахстанцев и домбристов задаются вопросом, кто же лучший домбрист по всему Казахстану и, может быть, по региону, городу, в котором они проживают. Я лично считаю, что нет определенного шаблона, по которому можно определить самого лучшего, так как домбристов очень много по Казахстану, и они каждый чем-то особенный, каждый хорош в своем стиле, так сказать. Я не могу назвать одного какого-то лучшего, но могу назвать тех домбристов, которых я знаю очень давно и уверен, что они очень хорошо играют. Если по всему Казахстану судить, то это будет Аблай Тлепбергенов, а если по Костанаю, это пусть будет Обрай Ещанов, Обрай. Казахстан бойынша домбырашылардың санауы өте көп. Бірақ менің ойымша, оның мықтыларының арасынан ең бірі Жәнібек Жәмиев. Ол «Алтын домбыра», «Шабыт» және «Мен қазақпын» проектілерінің бас жүлде иегері. Ал өзіміздің Қостанай бойынша филармонияның домбырашысы Рысбеков Данияр деп ойлаймын. Және де ол кісіде өзім 3 жыл оқыдым, мен ұстазым болып келеді. Нургисат Лендиев. Он является не только домбристом, но также композитором и дирижером. Его талант, опыт, вклад в развитие музыки делают его значимой фигурой в области искусства. На его счету более 500 произведений. Также именно под его руководством был основан оркестр «Отрарсазы», который существует и по сей день. Если говорить о нашем регионе, то для меня это Айбек Алимжанович Сыздыков, мой преподаватель домбры. Он помогает не только развить мой навык игры на домбре, но также прочувствовать произведение, передать его смысл.